Друзья, большой-большой привет! Сегодня готовим очень вкусный, легкий, интересный салат. Подойдет как на каждый день, так и к празднику. Для начала нам понадобится рыба. Я взяла треску, но вообще подойдет абсолютно любая рыба. Нам нужно ее или отварить, или вот я буду припускать. Нарежу вот такими достаточно большими кусками. Теперь укладываю ее, или вот небольшую кастрюльку. И вот у меня небольшая сковорода, вот так плотненько, друг к дружке. Добавляю буквально по нескольку кусочков морковки и лука. Помимо морковки и лука еще можно добавить маленький кусочек сливочного масла, тогда рыбка будет еще вкуснее. И заливаю ее кипятком, так чтобы почти вся она ушла под воду, чуть-чуть вот, чтобы краешки оставались наверху. Добавляю соль и ставлю сначала на максимальный огонь, чтобы она закипела, а как только она закипит, я убавлю на маленький и буду томить ее 10-15 минут. Забыла сказать, под крышкой. Пока рыбка варится или припускается, мы займемся другими ингредиентами. Нарежем луковицу небольшую, вот такими тоненькими полукольцами, и чуть-чуть его замаринуем. Для маринада столовую ложку уксуса смешаем со столовой ложкой воды, добавим щепотку соли и щепотку сахара, все тщательно размешаем и заливаем лук, размешиваем и отставляем в сторону. Вот за то время, пока мы будем подготавливать другие ингредиенты, лучок как раз замаринуется. Можно пару раз помешать, чтобы он равномерно мариновался. Так. Теперь подготовим необычный ингредиент для нашего салата. Это яйца, но яйца будут не простые, а мы сделаем из них яичницу-болтунью. В итоге получатся такие маленькие кусочки, очень нежные. И в нашем салате замечательно будут они смотреться. Добавляю к 4 яйцам соль, молотый перец. И теперь венчиком перемешиваю, только чтобы объединить желток и белок. Разогретую сковородку смазываем растительным маслом и выливаем яичную смесь. Вот буквально полминутки прошло, низ вот немножко, видите, схватился, и теперь я начинаю перемешивать и как бы вот так разбивать яйцо, яичницу, чтобы образовывались маленькие комочки. Так, ну вот, очень-очень быстро яичница-болтунья готова. Вот такие кусочки, я сейчас их переложу на тарелку, чтобы они побыстрее остыли. Ну и теперь нам осталось нарезать маринованные огурчики. Я нарежу вот такими тоненькими полосочками. Так, теперь вот так. И еще пополам. И нарежем маслины. Ой, стоять. Я нарежу вот такими кружочками, колесиками. Рыбу я достала из бульона и теперь вот так разберу на маленькие кусочки с помощью двух вилок. Мне нравится, вот, чтобы кусочки были не совсем маленькими, а вот попадались такие вот большие кусочки. Тоже будет очень вкусно. Для заправки я смешаю столовую ложку майонеза и столовую ложку йогурта натурального. Ну и теперь все объединяем. В большую миску отправляется рыба, яйца, маринованный лук, я предварительно маринад слила, маринованные огурчики и маслины. Заправляем соусом и перемешиваем. Салат получается очень вкусным, легким и интересным. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока-пока, увидимся!